конечно, можно одновременно. Сегодня мы что распаковываем? Вот эти классные наборы. Кто там? Золотец? Да. Распечатываем? Да. Всем привет, ребята! Вы на канале Лёва Лев. Сегодня мы будем распечатывать вот такой вот набор с далматинцами. Давайте распечатывать. Тут будет водичка, тут далматинец. Тут, смотрите, можно вот так сделать. Его можно помыть. Сюда вот этого далматинчика можно поставить. Тут еще можно покрутить, и водичка польется. Давайте теперь распечатывать. Открываем его, да? Да. Доставай эту большую коробку. Так, я распечатаю далматинца. Попробуем. Перескочим. Так. Девочка, давайте попробую тебе достать далматинца. Так, сейчас там. Держи. Смотри, какой. Так, сейчас еще вам. Вам тут надо ножницы. Кто тебе, Левушка, попался? Покажи собачку. Вот так. И у нее снимается шапочка. И я достаю ванну. Так. Смотрите, тут вот такая штучка. Это кран. Да, кран. Тут можно далматинца прицепить и отцепить. И тут еще вот так можно делать. Где тут? Вот. И вот так его. Ну, он чистит зубки. Так. А сзади его моет щеточка. Да, вот так. Оп. Ну-ка, Левушка попробует. Девушка, давай, покажи, как надо. Вот можно еще сзади двигать, чтобы по отдельности. А можно вот тут еще. Крутой Лёва набор. Да. Летаем в воду. Она наливается. Добралась водичка и начинаем. Зубки. Зубки чистить. Да? Тут по инструкции надо сначала водичку набрать сюда. Потом надо покрутить тут, и потом еще кран повертеть, и должна идти водичка. Ну что, бежим за водичкой? Да. Так, ребята, вот водичка. Надо залить ее по инструкции сначала вот сюда. Давайте вот так. И нальем. Вот сзади лучше. Левушка, смотри, Маша. Ладно. Потом приберем. Так, она утекает. Мы налили водичку. Теперь посадим собачку. И теперь нам надо сначала вот так сделать. Почистили зубки. Вот так. А сейчас для самого интересного отдадим Левушке. Можно налить питьевую водичку и баловаться. Дождь. Фонтанчик. Наверное, это очень здорово играть в ванной. Да. Я буду давай вот так делать. Точно, можно одновременно. Ребята, если вам понравилась эта игрушка, поставьте лайк. Мы все обрызгались. Если вам нравится наше видео, поставьте тоже лайк. Подпишитесь на Лёвин канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока! И подпишитесь еще на мой канал. Лёвушка, говори пока! Пока-пока! Помаши нам ручкой! Лёва пошел купаться в ванну. По-моему, Лёве очень понравилась игрушка.